Я пошел. Глава округа Дмитрий Волошин лично проверяет, насколько качественно красят бордюры и в целом приводят город в порядок. Недочеты есть, но устраняются под четким руководством. Руководитель муниципалитета совершил объезд территории, чтобы проконтролировать ход работ в рамках месячника по благоустройству. Оставляет желать лучшего в настоящий момент качества. В частности, сейчас мы смотрели, как красится бордюрный камень. И я делал замечание о том, что он красится без трафарета и остается краска на плитке. Также есть замечания у нас под покраске наших урн, но это все исправимо. Может быть, я излишне цепляюсь к чему-то, но я считаю так. Должно быть идеально все убрано. Месячник по благоустройству в округе проводят каждую весну с 1 апреля, чтобы отмыть город после зимы. Сейчас в Химках убирают территории, заделывают ямы, отмывают остановки общественного транспорта, красят урны и изгороди. Глава проверил качество работы и даже сам взял в руки малярный валик. Слово было, да, было закрасить. Хорошее слово. У нас в Химках не должно быть таких слов, наборов. Согласен? Также есть замечания к уборке территорий возле торговых объектов. Ряд предпринимателей до сих пор не убрали мусор после зимы. Кроме того, вызывают вопросы несанкционированные объявления на столбах, которые портят внешний облик города. Глава поручил своему заместителю Игорю Панчуку и управлению торговли поговорить с собственниками и напомнить им о том, что свою территорию они должны привести в порядок. Мы возьмем под контроль их деятельность по прилегающей территории. И совместно с управлением ЖКХ определим те границы, за которые отвечают предприниматели и где уже зона ответственности управления ЖКХ, для того, чтобы не было каких-либо проблем во взаимоотношениях. Месячник по благоустройству продлится до 30 апреля, но работы будут закончены раньше. К уборке города привлекут дополнительные силы. Замечания, которые были выявлены, в первую очередь, это, соответственно, некачественная работа, которая проводится в части именно санитарного содержания, да, то есть она была проведена, но не в том объеме, каком бы хотелось бы. Поэтому мы повторно еще раз, соответственно, до деталей будем, соответственно, отрабатывать именно уборку территории. Ежедневно сотрудники администрации объезжают территорию, чтобы выявить все недочеты и вовремя их устранить. В дальнейшем такую практику продолжат, чтобы Химки к лету стали чище и приятнее для прогулок.